Всем доброго дня. Это очередной третий урок на нашем канале, посвященный Инжао Цюань, если сказать точнее, Инжао Фаньзе. И этот урок содержит довольно много материала, хотя в принципе не такого уж сложного для освоения. В этом уроке мы осваиваем несколько достаточно простых элементов защиты, простых, но необходимых для освоения этого боевого направления. Мы компилируем эти способы защиты с атакующими действиями. И в конце урока довольно объемно представлен материал, связанный с шагами, которые необходимы для углубленного изучения Инжао Цюань, и которые позволят вам быть более маневренными, чувствовать себя более раскованно, более естественно и органично во время исполнения любых техник. Ну и, естественно, в вашей прикладной работе уже с какими-то противниками. И этот урок, пожалуй, может быть немножечко сложнее, чем другие, только тем, что вам предстоит все шаги и способы перехода из шага в шаг все это увязать с теми атакующими защитными техниками, которые к этому моменту вы освоили и освоите еще вот на этом уроке. И урок рассчитан на некоторое количество ваших тренировок, поэтому торопиться здесь не нужно, осваивайте все постепенно, последовательно и прислушивайтесь к тем советам, которые звучат в этом уроке. О том, как приобретается урок, внизу, в описании к видео, цена тоже там. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии, подписываться в Телеграм, финансово поддерживать модератора и монтажера этого канала. И счастливо, хороших вам тренировок!